Так, всем привет. Всем привет, с вами tamanleto.ru, наш канал Клуб Таманских Ательеров и я, Андрей Исаков. Друзья, флагман Таман Лето, десятки сайтов поддержки, группы чаты и реальная информационная площадка, которая поможет многим в следующем году, как и в этом, разместившись в нашем сайте каталоге, получить хорошую информационную поддержку и стать более узнаваемым на рынке туристических услуг. Друзья, рекомендуем. Значит, клуб Таманских Ательеров, друзья, выложили мы роличек буквально на прошлой неделе. И у нас возникло много вопросов от зрителей нашего канала. Активно человек может устроить систему поиска. И я хотел бы сегодня рассказать вот по этой... Мы даем полную информацию для... потенциального покупателя, рассказываем, показываем. Вы просто порекомендовали человеку посмотреть попристальнее, попереселиться на юг, поработать или на постоянное место жительства. Друзья, популяризируем отдых и проживание. Человек переселяется, кто-то из ваших знакомых, близких, дальних родственников, да? И реально вы получаете еще 2% стоимости этого. Цена вкусная, друзья. Так, ну вот такая картинка. Я рассказываю как раз здесь о многих видах заработка, которые мы уже наработали, что можно помогать друг другу и, в принципе, при этом получать еще щедрое вознаграждение, друзья. 2% от продвижения, друзья. Сегодня вот деревенский за колхоз Василий Медведев мы сняли. Два ролика выйдет в эфир. На ближайшее время смотрите, не пропустите. Там подробно я даю как раз информацию. Интервью. Отвечаю на вопросы, как это выглядит более детально, посмотрите. А сейчас я хотел бы вам рассказать, что основную информацию по этому проекту можно посмотреть на сайте «Коттеджный поселок Мечта». Значит, есть новостной блок, который непосредственно можно здесь посмотреть, как идет ход строительства. Сами проекты можно посмотреть акции. И на главной страничке... На главной страничке можно посмотреть, друзья, если кому-то будет уже стойкое желание точно приобрести дом, потому что того стоит. И застройщик очень надежный, 15 лет уже на рынке, строили и на севере одинаково надежно, и сейчас на юге возводят одновременно несколько поселков только в Темрюкском районе. Значит, смотрите, льготная ипотека под 7% и семейная ипотека под 5,3%. Все, 200 коттеджей в едином стиле. И описание. Можно на сайте, в общем, эту всю информацию получить. При условии, еще я бы рекомендовал, если оставите заявочку, с вами свяжется специалист, мы присылаем вот такой PDF-файл. Описание здесь, да? И сами типы коттеджей, которые можно заказать. И отдельно еще мы присылаем шахматку. Это какие? Сейчас я покажу это в презентации. Ну, инфраструктура Темрюка мы здесь еще закладываем, друзья. Ну, вот такие красивые домики в едином стиле, друзья. 200. 200. С видом шикарным на море. Я сейчас покажу с одной стороны и с другой на лиманы. Вот. Но я хочу с вами поговорить сейчас. В качестве презентации я вам покажу, быстренько пробегусь по файлам, которые приготовил, и рассказать основные особенности, почему стоит с нами, друзья, работать именно под то, что надежный застройщик, под то, что сегодня недвижимость востребована на юге России и рядом с морем. Это вообще мы считаем, что это объект номер один, наверное, по равному удалению от море, 250 моря, с шикарными видами. По Краснодарскому краю, пожалуй, это вот один сегодня из лидеров такой. 200 коттеджей в едином стиле. Значит, вот такую шахматочку мы еще высылаем. Значит, продана бронь, свободен дом на продажу и так далее. Да? Здесь можно будет заказать и вас снабдить такой информацией дополнительный специалист. Значит, смотрите. Периодически мы выкладываем ход строительства. Вот это, кстати, вид на лиманы и виноградники. Сейчас отдельно тоже покажу, наверное, роличек. Вот так он выглядит на сегодня. Нет, здесь уже добавилась. Это еще информация июньская. Сам план поселка. Вот так примерно виртуальный тур можно совершить, да? Значит, PDF я сказал, отчет такой. Можно выслать каталог с проектами домов. И вот тут, смотрите внимательно, вот тут, над центральным пляжем,
Прямо здесь индивидуальный пляж будет, и вот такое шикарное место с видом и на лиман с одной стороны, и на море. 250 метров напрямую спустился и вы у моря. Значит, не буду подробно заострять внимание, друзья, все посмотрите на сайтах, полистаете информацию, посмотрите. Но я хотел бы вам еще добавить, что есть, благодаря застройщику Стройбакс, он нас снабжает информацией, которая называется «Виртуальные туры». И как на земле, так и с воздуха, с квадрокоптера. Значит, здесь на сайте несколько роличков можно посмотреть. Ну вот, к примеру, да? 160 километров. Голубицкая по праву считается лучшей курортной зоной Темрюкского района. Ну, подробно здесь, да, посмотрите, сами разберетесь. Единственное, сейчас еще я открою пару роликов. Вот здесь немного информации рекламной. Помимо того, что выйдет на канале «Деревенский за колхоз», вот здесь можно еще будет посмотреть интервью со мной. Тоже немножко. Коттеджный поселок «Мечта» здесь на Значит, территории станицы Голубецкой. ролик будет тоже выложен на нашем канале Таманских ательеров. Значит, смотрите, по природе, друзья, вот немножко квадрокоптер пролетит, тоже вам посмотреть интересно будет, наверное, какое место предлагается. Лиман, виноградники, еще один лиман. Это все непосредственно сосед через дорогу, вот через эту дорогу, да, вот это начинаются виноградники. Сам коттеджный поселок, вот он таким образом выглядит, с видом на Азовское море. Вот она, прямая дорожка к пляжу, и вот здесь ваш индивидуальный пляж, друзья, кто облюбует это место для постоянного места жительства. Лагерь «Факел», некогда очень известный «Факел», сейчас появился у него новый собственник, тоже будет благоустраивать территорию. Сосед. Друзья, виды шикарные. 286 дней в году солнца. Чуть поодаль, смотрите, вилла Романов. Вот вилла Романов. А вот здесь коттеджный поселок «Мечта», друзья. Мечта и название, и мечта, по сути дела, того человека, который хочет выехать из шумного мегаполиса и переехать на постоянное место жительства на юг. Вот это все Голубицкое. Вот это все Голубицкое, друзья. Так, значит, вот такой обзор вам я сделал. Если вы с нами, друзья, снабдим непосредственно информацией, файлами, видео, фото, непосредственно описание и так далее, подскажем, как правильно рассказывать и показывать то предложение, которое мы сформировали. Друзья, и будьте с нами. Будьте с нами, следите за теми новостями, которые есть, подписывайтесь на наш канал непосредственно, клуб Таманских ательеров, где много информации мы даем в различном формате, рассказываем о выгодах с нами сотрудничества и помогаем людям сегодня решать свои вопросы и помогая другим, получать щедрое вознаграждение за проделанную работу, друзья. Вот такой обзор я вам провел, друзья. Будьте с нами. Клуб Таманских ательеров всегда открыт для диалога и ждет своих новых участников для совместной взаимовыгодной работы. Приходите, будем рады вершить вместе с вами историю, друзья, и популяризировать отдых и жизнь на Таманском полуострове совместно. А не за горами, друзья, сезон, летний сезон 2023 года. И с нами однозначно будет гораздо легче вам встретиться с теми отдыхающими, которые мы вам подберем. Помогаем с заселением, друзья. Все. С вами был я, Андрей Исаков, и канал Клуб Таманских ательеров. Всего доброго. Пока. Пока.